Национальный проект «Производительность труда» стартовал в России 5 лет назад. Участие компаний в нацпроекте позволяет оптимизировать и сохранить ресурсы, главные из которых – время. В конце прошлого года к проекту присоединилось предприятие «Энергоконтракт», на котором производят костюмы и средства индивидуальной защиты от производственных рисков. Тему продолжит Богдан Колесников. Специалисты Федерального центра компетенций помогают предприятиям свести к минимуму издержки и увеличить прибыль. Эксперты выезжают на производство, изучают, как оно устроено, находят слабые звенья в технологических цепочках и вместе с сотрудниками предприятия разрабатывают план оптимизации процессов. В цехе мы внедрили производственный анализ, где мы в течение смены анализируем, какие были причины невыполнения планового задания, что сместилось, и пытаемся решить оперативно эти проблемы, чтобы выполнить в срок наши заказы. Производственный анализ нам очень в этом помогает, потому что информация вся очень быстро собирается, потому что каждый час оператор пишет, выполнил ли он план, указывает время выполнения и причины, по каким он не выполнил. Такую же систему в рамках нацпроекта внедрили в швейном цехе. Без привлечения дополнительных инвестиций производительность труда увеличили почти на 30%. Я считаю, что это очень высокий показатель, с учетом того, что наше производство и так считается достаточно эффективным в производстве на рынке спецодежды. У нас есть выбор. Это очень хорошо, потому что мы берем теперь более высокопроизводительных сотрудников. Вслед за производительностью труда участие в национальном проекте помогает бизнесу увеличить доходы. В округе данная программа реализуется на 4 предприятиях. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.